Всем привет, ребят, с вами канал Пиратский Читос. Я такой встал с утреца, такой думаю, надо для пацанов, короче, видосик запилить по новому читу, тем более меня давно не было, короче, я уже должен отрабатывать, как бы. И значит, вот нашел для вас еще один бесплатный чит, Secret Project. Называется он, не знаю, какой в нем секрет, короче, сейчас запустим, посмотрим. Давайте, значит, скачиваем архив по ссылочке в описании. Также люди под прошлым видео жаловались в комментариях, то, что получается реклама постоянно выскакивает вместо скачивания. Вы просто попробуйте запустить ссылку, открыть через другой браузер. Тогда должно пойти, я уже одному человеку помог с этой проблемой. Значит, давайте, вот, после распаковки вы открываете .exe файл, контра обязательно должна быть запущена. Далее на кнопочку insert открывается само меню чита, видим вкладочки aimbot, визуалы, миски, color, цвет и конфиг. Значит, начнем с aimbot, тут включение aimbot, check smoke, check flash, показ follow, вот, и настройка под каждое оружие. Давайте возьмем, например, на примере калаша сейчас покажу, как это все работает. Опять же, открываем. Вот это радиус нашей доводки. Чем он больше, тем, естественно, на большее количество целей она будет работать. Чем меньше, тем меньше у него радиус будет. Значит, смуч — это плавность нашей доводки. Чем выше смуч, тем наша доводочка будет плавнее. Shot delay — это задержка перед выстрелом. Значит, советую ставить, потому что aimbot так меньше будет палиться. Так, давайте фов поменьше сделаем. Вот примерно такой фов и такой смуч, наверное, вполне пойдет, короче. Он даже слишком плавный, короче. Вот, kill delay — это задержка после убийства противника, то есть чтоб оно, короче, после убийства не перекидывало сразу на другого чела. Далее, значит, у нас тут есть самый основной набор, короче. РКС — это контроль отдачи. Выставляем примерно, не знаю, где-то на 70, тут 70 по иксу и 70 по игреку выставляем, чтоб не на сотку, главное, короче. И все у нас отлично должно работать. Также мы можем тут выбрать часть тела, в которую будет у нас наводиться aimbot. Я советую на калаше ставить, короче, когда вы играете с этим, с РКСом, чтоб, короче, он наводился в тело. Далее пойдем по визуалам. Опять же, самый стандартный набор, включение — это чуп, значит, показывало только противников, имя, оружие, деньги, линии, вообще шляпа коня вообще не нужно. Далее чамсы только на противников, можно на тиммейтов, только не вижу в смысле. XQZ, сейчас объясню, что это такое. XQZ — это, то есть, видите, они будут за стеной работать, чамсики наши. А если мы XQZ отключаем, они за стеной у нас не будут работать. Короче, дальше дополнительные настройки. Бани, хоп. Короче, стоять. Бани, хоп. Вот, прыгаем. Все отлично у нас, все здорово. Жизнь удалась. Если прыгаем, значит, жизнь удалась. Так. Ой, залагало, короче. Теперь он у меня сам ходит. Короче, мой челик. Night Mod — это ночной режим, как бы, кто хочет, кому достала обычная КС, кого. Вот, может включить ночной режим, и как бы игра преобразится и заиграет новыми красками. Далее, ранг ревейвл — это показ рангов, но я сейчас не могу показать,
как это все будет работать. FastDAC. Это фича, короче, такая, что она заставляет как бы вашу модельку лагать. Я не знаю, как она работает. Как ее врубить, короче, но принцип действия знаю. Короче, заставляет вашу модельку лагать, и противник вас видит не сразу. Полезная фича. No flash, no smoke. Вот, берем гранатку, короче. Гранатку берем. И видите, смог он не работает, когда мы кидаем. То же самое с флешкой будет, она тоже не будет работать. Далее, опять же, мы можем задать цвет для наших противников, цвет чамсов. Можем задать. И всякое такое. Далее, последняя вкладка конфиг. Сейчас объясню, как загрузить мой конфиг. Значит, переходим в мой компьютер, в документы. Тут папка будет Secret Project. И закидываем вот этот файлик, Legit. Закинули, он у нас появился. Далее в самом чите жмем кнопочку Load. И все, происходит загрузка конфига. Тут все пушки настроены, кроме дробовиков и, значит, и пулеметов. Так что вы можете спокойно идти играть, нагибать пацанов. А с вами был канал Пиратский Читос, да. И не знаю, короче, ждите новых видео опять. Если не пропаду, все будет нормально. Буду выпускать видео. А если опять же читы для видео закончатся, то тут уже я, короче, не виноват. Потому что вся эта движуха с читами, она загибается. Как и сама контра, короче. Ладно, всем удачи, ребят, всем пока.